Народному губернатору 75. 28 марта, день рождения у Алексея Чернышева. 10 лет он руководил областью. За эти годы и Алексей Андреевич, и жители Оренбуржья пережили немало. Спустя несколько лет мы решили вспомнить время Алексея Чернышева и узнать, что думают о нем люди. Родина бывшего главы области, председателя областного правительства, село Рыбкино Новосергиевского района. За свою политическую карьеру он побывал председателем Комитета по аграрным вопросам и продовольствию в Верховном Совете, первым замминистра сельского хозяйства России и председателем Комитета по аграрным вопросам в Госдуме. Биография Алексея Чернышева тесно связана с сельским хозяйством. Это было заметно и по его выступлениям. Любое из них начиналось с аграрной темы. Журналисты засекали время и шутили. На рассказ о надоях и поголовье каждый раз уходило не менее получаса. За время губернаторства в Оренбургской области у Алексея Чернышева были и взлеты, и разочарования. Активное противостояние с депутатами Заксобрания в целом и отдельными личностями. Откуда я буду выдумывать? С зарплаты врачей, что ли, я буду убирать? Мне бюджетного фонда. Нет его фонда, не будет. Там нет источника. Бесконечные судебные процессы. Поводов для них было немало. Как подозрения в экономических нарушениях, так и упреки в бюрократических проволочках. В частности, Владимир Фролов обвинял губернатора тогда в несоблюдении сроков ответа на запросы и претензии. Правда, доставалось и от губернатора, и нередко оренбургским чиновникам, в частности, архитектору. Почему у нас эти службы занимаются волокитой? Невозможно оформить земельный участок. Месяцами, годами не могут оформить. Тогда, тем не менее, казалось, что работу губернатора Алексея Чернышева ценили. В Москве он был награжден почетным дипломом Международного кинофорума «Золотой Витязь» в номинации «Лучший руководитель года» и золотой медалью «Дети будущей России». Но произошло это уже после того, как Алексей Чернышев стал губернатором во второй раз в 2005 году в присутствии полпреда Сергея Кириенко. Вношу на рассмотрение Законодательного собрания Оренбургской области кандидатуру Чернышева Алексея Андреевича для наделения его полномочиями главы администрации губернатора Оренбургской области, президент Российской Федерации.